И всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении fake data или ложные данные на русском языке, если говорить. Я вот здесь кратенько рассказал, как оно работает. Если вы хотите, можете ознакомиться. Но я не буду вам рассказывать об этом, я расскажу, как все это работает наглядно. Давайте перейдем по вот этой ссылочке и попадем в Яндекс.Магазин расширений. Нажимаем вот сюда, устанавливаем данное расширение. Оно у вас вот здесь будет, я его уже установил, как вы можете видеть. И давайте перейдем к его изучению. Сначала перейдем к полевым условиям. Вот, я такой вот форму взял, нашел вот, и вот здесь форма регистрации. Вот, к примеру, смотрите, сюда нажимаем, и вот логин, пароль, сейчас вот, паспорт. Ну, как вы можете видеть, он только в одном поле, вот, паспорт. Так, e-mail. Чем мне данное расширение понравилось? Тем, что e-mail всегда работают. Так, дальше. Так, вот это вот у нас здесь. Фамилия, имя, отчество. Дальше, пол. Вот так. Здесь случайно то все ставим. Так, этот. Дальше, смотрите. Сюда нужно поставить. Вот этот. А сюда вот этот. Насколько я понимаю, так. Вот этот. Так. Я соглашаюсь. Так. Немножечко текста вот здесь можно вставить. Как говорится, о себе вот так вставить. И все. Также вот здесь еще вот это вставляем, чтобы вот это вот. Опс. И все, зарегистрироваться. Прокатит? Нет, конечно, не прокатило. У нас неправильное имя. Но, как вы можете видеть, в любом случае оно хорошо работает. Давайте я покажу, как это все в блокноте выглядит сейчас. Блокнот онлайн. И вот первый, давайте, покажу. Смотрите. О, сразу моя ссылка на сайт уже вылетает. Прикольно. Смотрите. При входе вот здесь он у вас не будет работать. Почему? Скажете вы. А потому что это не поле ввода данных. Сюда только данные в обычном варианте подходят, а не в этих вариантах, видите, не будет работать. Но давайте еще расскажу про пару мелочей, которые вы должны знать, надеюсь, обязательно. Это вот, смотрите. Вот это вот. Опс. И как вы можете видеть, уже вот такая вот. То есть дубликат получается вот этой предыдущей. Понимаете? Дубликат. Вот она, видите, почта. Вот это вот сейчас генерируется. Вот на эту почту. Но это тоже немного своя почта отличается. Давайте теперь по настройкам пробежимся. Кратенько все расскажу вам, как все работает, чтобы вы знали. Смотрите, это у нас... Так. E-mail, паспорды, вся... вот пароли. Ну, смотрите, можно же как сделать. Видите, на JavaScript написан вот такой кодик. Видите? Если вы в этом что-то понимаете... Вы можете сами написать такой код. И тем самым облегчить себе жизнь при регистрации на разных формах. Сейчас я использую кликер на мышке. У меня мышка с кликером. И вот покажу, какие варианты она будет представлять. И все будут постоянно разные. Видите? Это я зажал кликер сейчас на мышке. И вот показываю вам. Также она будет здесь генерироваться и здесь. Вот в этих они стандартные, как вы можете видеть вот здесь. Если вот так нажать, можно вписать код. Смотрите. Что будет, если я скопирую вот этот код? Ну, например, ну давайте вот сюда вот. Как вы можете видеть, она уже будет показывать не вот эту функцию, а уже будет как за почту выступать. Смотрите, если я нажму сейчас сохранить все это, и, например, перейду вот сюда, и вставлю, например, вот сюда, самое первое, оно будет как почта. Но вы ее не видите, потому что это пароль я неправильно сделал. Вот сюда, например, вот смотрите. Ой. Вот сюда. И вставляем как почта. Смотрите. Самый верхний, вот видите, самый. Нажимаем, и это почта получается. Смотрите. А теперь, смотрите, убираем. Также, смотрите, и нажимаем сохранить. Не забываем нажать на зеленую галочку, если вы отказываетесь. Также. Не забывайте вот эту вот кнопочку выключать, если вы не ввели ничего. Это важно, кстати, тоже.
Вот это вот вообще по стандарту работает вот так, но со скриптом вот этим лучше. Потому что вот этот скрипт стоит по стандарту, как пример, как нужно делать, чтобы он работал, понимаете? Ну, чтобы вот при работе вот это вот, это начало, средняя часть, ну скелет, короче. Вы можете, конечно, что-то дописать свое, вот, типа, не только, например, вот это вот, а типа, e-mail разные, вот мыло всякое вот это добавлять, ну, понимаете, можно понять. Даты разные, вот эти вот здесь, 1, 2, 3, 4, и побежали вот даты. Также тут телефонные номера есть, вот сейчас найду вот здесь. Вот телефонный номер, вот, а, нет, это дата и время, нет, извините. Так, сейчас найду телефонный номер, где-то тут был. Ну ладно. Вот дата, время, любую можно выбирать, также вот, смотрите, вот, для публикации статей каких-то тоже очень прикольно можно сделать. Рекомендации также вот всякие делать. Вот ссылки вот разные на разные сайты. Вот так же вот. Ну вот, к примеру, вот какой-нибудь раз сайтик вам надо, раз подкинули кому-нибудь. Пожалуйста, все, что вам нужно. Все есть. Ну, сами понимаете. Вот, нашел. Вот как вы можете видеть номер телефона. Вот, это номер телефона, я знаю. Как вы можете видеть, я все прокликал, все показал вам. И вот можно тут еще свободный код вот делать. Чисто свой уже начинать. Как дополнительный. Вот видите. Вот так нажимаем добавить. И вот здесь уже начинаем прописывать как свой чисто. Вот, понимаете? Независимо вот именно к тому. А вот и чисто вот своему сейчас покажу. Три однерки. Нажимаем галочка. И вот сюда переходим. Сейчас вот так. И вот видите, три однерки вот появились сверху. Но они ничего не означают, потому что я не стал добавлять переменную вот сейчас. То есть данное расширение имеет безграничные возможности в этом плане. Также, если вы хотите и вам это заинтересовало, вы можете приобрести Pro-версию. Нажимаете и прикупить Pro-версию. У меня, к сожалению, Pro-версии нету. Я ее тестил в обычном режиме, вот как вы можете видеть, вот здесь все написано. У меня также все это написано вот здесь на сайте, более подробно вот здесь все описано. Как вы можете видеть, вот, вот он данный вот код, как использовать. Также вот они, услуги, которые получаете, если вы подключите Pro вариант. И еще такие вот небольшие плюшки сейчас покажу вам, если их найду. Так, это... Нет, не вот это. Вот. Вот эти вот галочки вы можете снимать и ставить по своему желанию, как вам будет удобно также. И это сочетание клавиш, чтобы оно работало. Ну, типа, чтобы, знаете, не именно вот тыкая, а именно раз и нажал. Также вот здесь вот можно выбирать раскладки разные. Вот. Ну, я все выберу после кадра. Конечно же, вот эти вот раскладки буду под себя подстраивать. Но, как говорится, по такому взгляду я скажу, данное решение, вот сколько им пользовался, очень удобное. Помогло зарегистрироваться на многих форумах. Не было никаких проблем ни с почтой, ни с имейлом. Все спокойно приходило. Ну, не приходило, а именно вот эти почты как бы существуют. И система понимает, что они есть, и письмо не отправляет, как бы, ну, понимаете. Да? Ну, я знаю, что поймаете. Так, и что еще сейчас рассказать вам о данном расширении, чтобы не затягивать видеоролик, а то я знаю, что вам не особо все это нравится долго, когда все тянется. Ну, закончу на такой нотке, что если вам данное расширение понравилось, и вы хотите им пользоваться, и вы понимаете вот в этом скрипте хоть что-то, я, конечно, немного понимаю, но вы можете именно для себя создать такие скрипты, что вы только знаете, нажимаете вот здесь, вот только ввели какую-то вот раз, вот сюда вот какой-то никнейм вставили для себя, раз вот так вот никнейм, и уже он сам, уже не на английском языке можно написать, на русском, пожалуйста, что сложно, вот так, смотрите, раз, добавить, ой, не-не-не, а то бы сейчас исчезло, извините, конечно. И на русском языке добавляете потихоньку, раз-раз-раз добавили и все.
все, вот это вот все каждое можно перевести под себя, ну, понимаете. Я не могу этим заниматься, я люблю, когда вот так вот готовое уже у меня вот эти вот все. Мне времени не хватит вот это все подписывать для себя. Ну, кому интересно, сами сделают. Я знаю, есть такие люди, у которых руки правильно растут. Также вот еще есть вот такие вот у нас дополнительные варианты. Вот я не показал еще вот это вот вам. Вот, кстати, вот он скайп еще. Вот, вот это вот надо было вводить в поле то. Вот эти вот отсюда вот скопировать, вот это вот ID скайпа, вот это вот. И вот сюда вот вставить вот. Где вот он скайп? Вот он. Скайп. Вот он. И вот также вот для каждого вот. Раз, раз, все здесь есть. Также вот здесь еще сейчас покажу вот это вот. Про версия, вот она. Вот она, про версия, как вы можете видеть. С метатегами вот эти. Видите, метатеги вот эти вот. Которые скобочки закрывают. Также вот здесь описывается все на английском языке. Ну и видите, что плохо. Сейчас покажу. Если получится. Нет. Что мне не понравилось, на данном сайте вот это расширение не работает. На всех расширениях, на всех сайтах работает, кроме этого. Почему? Сейчас тоже немножечко скажу пару слов, вдруг кто будет пользоваться им. Видите, вот здесь две вот такие вот скобочки. То есть данное расширение работает, данная страница работает из основной страницы вот этого сайта. Ну, не может перевести все. Как картинкой вставлено. Но можно скопировать. Ну и чтоб совсем вам все рассказал я. Данное расширение мне понравилось. Никаких нету минусов. Все только одни плюсы у меня. Советую вам его использовать, если вы хотите. И желаю вам всем, чтобы вы жили на солнечной стороне солнца. Чтоб всегда у вас было все хорошо. И всем удачи. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить лайк. И пожалуйста, приходите на мой канал почаще, мои дорогие друзья. Удачи всем!